А, это ты. Да. А что, Олег-то, опять опаздывает? Да как всегда. Нас уже давно ждут. Ну да. Ну, за столько лет пора уж привыкнуть. Если бы это касалось только меня. А то это наши друзья. Они за стол не сядут, пока мы не приедем. Ой, черт, опять поправился. А, да. Возраст. Нет, может, просто пора перестать есть мучное? Мам, ты что-нибудь более ободряющее могла сказать, а? А это не я, это ты сказала. А потом, знаешь, платье-то не обманешь. Мам! О, кажется, явился. Слушай, только, пожалуйста, не влезай, а? Ой, да ради бога, Господи. Разбирайся ты с ним сама. Добрый вечер, Олежек. Здрасте. Привет. Добрый вечер. А ты куда собираешься? Ой, я забыл, прости. Угу. Перед Левковичами сам будешь извиняться. Ну почему ни разу нельзя приехать вовремя, Олег? Я же тебя с утра предупреждала. Прости, я закрутился. Угу. И это ты делаешь с завидной регулярностью. Не заводись. Поздно, уже завелась. Потому что все, что касается нашей семьи, наших общих дел, это не важно, это так, детали. Ну не выдумывай, это неправда. Нет, правда. Не кричи. А ты мне рот не затыкай. Сейчас я оденусь, и мы поедем. Угу. С опозданием на 2 часа. Ну почему нельзя ничего сделать по-человечески? Слушай, давай мы обойдемся без скандала, иначе я точно никуда не поеду. Это не ты никуда не поедешь, это я никуда не поеду. Все. Елена Васильевна, у меня вот вопрос по костюму Ромео. Да. Вы тут рукава нарисовали? Типицы называются. Цвет фиолетовый, изнутри желтый. Да, потрясающе. А сюда бархат ставить? Да, бархат. Все верно. Ой, Елена Васильевна, вы такая, такая талантливая. У вас такая фантазия. Я бы так не смогла. Научишься. А вы к фильмам мужа тоже делаете костюмы? Мой муж предпочитает видеть меня исключительно в домашней обстановке. На площадке я лишняя. Подними, пожалуйста, ноутбук. Лен, ты не видишь, я работаю. А я убираюсь в квартире. Ну хорошо, это можно делать, когда меня нет дома. А давай уточним, это когда ты на съемках или когда якобы репетируешь в студии? Господи, ты опять что ли? Ну я же тебе говорил, что там все кончено. А я тебе не верю, больше не верю. Лен. Подними ноутбук. Ну ты же умная женщина. Но я устала быть умной. Я устала от этих твоих вечных увлечений, от твоих этих ненормальных баб. Ну это же актриса. И что это? По-твоему, должно меня успокоить? Слушай, ну работа у меня такая. Ну провоцирует она. Провоцирует. Ну люблю я только тебя. И тебе это известно, иначе бы все давно развалилось. Да все не развалилось только благодаря моим стараниям и моему терпению. Но оно кончилось, кончилось мое терпение. Подними ноутбук. Пожалуйста. Что это? А ты посмотри. Ну смелее, смелее. Это путевка для нас, в дом отдых. Я тебе вечером хотел сюрприз сделать, но видишь, как получилось. Нам надо с тобой вдвоем побыть. Мы и никого больше. Маринка взрослая, побудет несколько дней одна. А там только мы вдвоем. Доброе утро. Чего? Доброе утро. Доброе.
Телефон убирай, сейчас завтракать будем. Ага, сейчас. Не сейчас, а сейчас же. Ну, пап! Давай, доставай яйца, колбасу, сыр. Шевелись, тебе в школу пора, мне на работу. Оставь его в покое, я сейчас яичницу приготовлю. Пап, отдай телефон. После завтрака. Да отдай ты ему, а! Не за столом, я 100 раз просил. Я тоже тебя 100 раз просила приходить вовремя. Ой, начинается. Доброе утро. И вам. Что, опять? Паш, иди умываться, я тебя позову. Ладно. Да, Аня. Это плохо кончится. Ни дня без разборок. Кто бы говорил? Вечно масло в огонь подливаешь. Ну зачем ты все время подначиваешь, мам? Чего? Никого я не подначиваю, не надо из меня крайнюю делать. Аня, может, вам просто отдохнуть, а? Побыть вдвоем? Послушай, а поезжайте куда-нибудь в дом отдыха. Мам. Нет, ну так же не может продолжаться. Ну вы же разойдетесь. Послушай, возьми отпуск, купи путевку в дом отдыха, я за Павликом присмотрю. Так. Мам, купальник не забудь. Зачем купальник? А там что, бассейна нет, что ли? Я об этом не подумала. А что ты так светишься? Рада, что мы с папой уезжаем. А что, так заметно? Невооруженным глазом. Тусовку будешь устраивать. Ну, только девчонки придут. Мы все уберем. Марина. В 11 разойдемся, я тебе клянусь. Да красивая, красивая. Не уверена. Ну, это я тебе говорю, и папа. Да папа твой давно уже ничего не говорит. Мне кажется, он вообще меня не замечает. Мам, что ты начинаешь, а? У вас все окей. Вот именно что окей. Я постарела, да? Мам, ты красотка у меня. Дочь свою послушай. Для нас двоих. А с Павликом мама останется. Ну, а? Леш, ну ты же сам говорил, давай плюнем на все и поедем. Только ты и я. Ну, я так устала. Леш. Ну, давай. Поедем. Аллочка, котенок мой, ну я же тебе сказал, что в ближайшее время мне звонить не надо. Мы с Леной едем в отпуск. А если что, только СМС. Ты меня поняла? Ну вот, молодец. Все, пока не могу больше говорить. С работы опять звонили, хотели на съемки запрячь. А я им сказал, все потом. Сейчас отдых с женой, точка. Смотрите, у нас здесь тихо, спокойно, лес, озеро. Красота, народу немного. А мы что, здесь одни будем? Нет, что вы, у нас всегда народ, заповедные места. Просто в той части пансионата, где вы, значительно тише. Понятно. У вас маленькие коттеджи, а весь народ тусуется в основном здании, от вас это далеко. А в том домике будет жить еще одна пара, больше никого. Здорово. Пойдемте, я вас провожу.
Какая красота. Лен, там очки мои в бардачке, не захватишь? Да. Это в прошлом все. Давай не будем к этому возвращаться. Я ж тебе сказал, что с этой женщиной все кончено. С этой все. Лен, каждый имеет право на ошибку, правильно? Вот если бы ты, к примеру, оступилась, я бы тебя простил. Как же здесь здорово. Угу. Лес, озеро, даже баня есть. Фантастика. Я так давно не была на природе. Тут даже дышится по-другому. Да, хорошо. О, смотри. Соседи наши подъехали. Похоже, нашего возраста. Надо будет с ними познакомиться. Да успей. Лен, а ты далеко прихорашиваешься? Мы с тобой в лесу. На кого хочешь впечатление произвести? На зайцев? На тебя. На меня? Ленка, ты для меня самая красивая, слышь меня? Самая-самая. Это все слова. Вадим, посмотри на меня. Я хочу почувствовать, что ты меня любишь. Я тебя люблю. Пойду за ноутбуком схожу. Машину забыл. Здравствуйте. С приездом. Здрасте, спасибо. Чудесно здесь, не находите? Да, волшебно. Я Аня. Вадим. Очень приятно. Мы тоже недавно приехали. Вы не одна? Нет, с мужем. А я с женой. Предлагаю знакомиться с семьями. Отлично. Давайте встретимся за ужином. Договорились? Да. До встречи. Приятный мужчина. Вадим им зовут. Сейчас мы с ним познакомимся и с его женой. А, вон они. Вадим? О, вот мы и встретились. Вадим. Олег. Очень приятно. А это моя супруга Елена. Лена. А я Аня, очень приятно. Может, мы к вам присоединимся? Конечно, конечно. Присаживайтесь. Так здорово, что мы с вами соседи. Ну что, предлагаю отметить наше знакомство? Поддерживаю. Знаете, я абсолютно уверен, что случайных встреч не бывает. Снимали мы на Алтае одно историческое фэнтези. Там главный герой находит петроглифы. Ну, это такие знаки на камнях скифские. И вот по сюжету он стоит на краю скалы,
балансирует, и тут поднимается ветер такой силы, что он чуть не падает. Я с нервика хватаю горячий чай, пью и обжигаюсь до такой степени, что я потом неделю нормально есть не мог. У меня потом кожа вот так вот пластами с губ сходила, помнишь, Лен? Помню. Вот. И вот в такие моменты понимаешь, что ничего не существует, ничего, только кино, волшебная сила искусства. Какая увлекательная у вас работа, а? Да. И когда ты находишься внутри съемочного процесса, сама жизнь меняется. Ну, правда. Такое ощущение, что вокруг тебя герои из твоего фильма. И все события, которые с тобой происходят, так или иначе, перекликаются со сценарием. И все резонирует. Все. Потрясающе. Как будто другую жизнь проживаешь, да? Да. Ой, у нас все не так. Что ни день, то день сурка. Всегда мечтала заниматься чем-то творческим, но, увы, нет талантов. Ну, зря вы, так не бывает. А может быть, на «ты» перейдем, а? Давайте. Ой, давай. Давай. За знакомство. Извините, я сейчас отойду. Однажды снимали в -42. Машины не заводятся, а я… Я прошу прощения, я забыл телефон в домике. Нужно позвонить по работе. Я сейчас приду. И как же можно снимать в такие морозы, а? Ну, одеться потеплее. И принять, конечно же. Ну, а как без этого? Давайте. Давай. Нужно было сразу им сказать, что мы знакомы. Ну, что бы мы им сказали? Боже мой. Это же надо столько лет. Давай успокоимся. Что-то надо придумывать нам здесь жить. А ты что, собрался тут остаться? А. Да, да. Да, я могу уехать, я что-нибудь придумаю. Стой. Подожди. Я просто хотела сказать, что мы можем держать ту же линию поведения и ничего им не рассказывать. Ведь все же в прошлом, да? Я не знаю. Очень рад тебя видеть. Я тоже рада. Ань, а что ты там говорила по поводу местных достопримечательностей? А, да, я тут посмотрела. Недалеко есть маленький старый городок. Ну, усадьбы, церкви. Вот хотела предложить, может, вместе пойдем, а? Гениально. Старый русский город, затерянный в лесах. Должно быть фактурно. На ум сразу приходит сюжет. Встречаются два одиноких сердца. И... А куда Олег-то подевался? Кому он там названивает? Олег. Нам надо идти, это вызовет подозрение. Ты первый. Олег, пожалуйста, Вадим не идиот. Они догадаются. Давай, или ты, или я. Ты что, с ума сошел? Прости. Прости, я не знаю. Не подходи ко мне. Thank you.
Со связью тут неважно. Половины слов не слышно. Прям в глушь. Так ты же сам радовался. Я рад. Я рад. Очень хорошо, что мы с вами встретились. Прям сюрприз. Да, повезло нам. Вот. Поэтому мы решили, завтра вместе едем на экскурсию. А вот и ваш десерт с лесными ягодами. Сделать чай, кофе. Чай. А вам? А мне кофе. Мне тоже кофе. Хорошо. Спасибо. Я очень устала, Вадим. Ну, посмотри, какая ты у меня красивая. Ну, посмотри. Ленок, ну ты же сама говорила, хочешь почувствовать, как я тебя люблю. Да. Но сейчас я очень хочу спать. Извини. Нужно меньше сталкиваться и меньше видеться. Ты права. Да. Надо что-то делать. Это наваждение какое-то. Я не могу уснуть. Я тоже. Давай просто сделаем вид, что ничего не было. Потому что это может плохо кончиться. Да. Не надо с ними тогда. Аня этого не заслужила. Олег?
Олег. Я думал, что я забыл ту нашу историю. Думал, что забыл тебя. Я тоже так думала. Мне было больно. Не надо об этом. Хорошо. Давай оставимся в прошлом. Просто хочу, чтобы ты знала, я тебя очень любил. Где ходишь? Проснулась, тебя нет? Ты в порядке? Не спится. Такой воздух. Не хотел тебя будить, вот решил прогуляться. Можешь заснуть теперь. Ну, пойдем в дом, а то холодно, замерзнем. Пойдем. Лен, Лен, слышишь меня? Давай, вставай, опоздаем. Куда мы опоздаем? То есть как куда, Лен? Мы же договорились. Вадим, я спать хочу. О чем мы договорились? Ну как о чем? Поехали на экскурсию вместе с Аней и Олегом. Подожди, я не хочу, это же не обязательная программа. Лен, ну неудобно, правда. Вставай, время почти 10 уже. Пойдем завтракать. Чего ты у меня заспалась сегодня, а? Ну мы вообще-то отдыхать приехали. Ну и отдохнешь. У нас с тобой еще 10 дней впереди. А сегодня очаровательный российский городок распахнет там свои объятия. Давай, давай. Вставай. Я полночи не спала. Зачем ты согласился? Ленка, это пара-тройка часов всего. Вернешься, будешь спать, сколько влезет. Все, давай. Я внизу тебя жду. Я в интернете посмотрел, там есть церковь 17 века. Уникальная, никакого новодела. Там должен быть очень интересный икон, на мой взгляд. Я ничего не понимаю в иконах. Ну, ничего страшного, я тоже. Так, поглазеть. Если что, нам Ленка расскажет, у нее как раз образование есть. Да забыто уже образование. Ой, да ладно тебе. А ты где работаешь? В театре художником по костюмам. Ух ты, как интересно. Ты, наверное, всех актеров знаешь, да? Ну, далеко не всех, только тех, кто у нас служит. А кто у вас из знаменитых, а? Ань, давайте по программе. Какой у нас план? Значит так, едем туда. Минут через 20, кстати, надо будет выезжать. Там нас будет ждать экскурсовод. Возле пожарной кланчи, я уже договорился. Когда ты успел? Ну, у меня опыт, ты же знаешь. Здорово. Так, гуляем по городу. Она нам все рассказывает, показывает. Затем обедаем. Есть там пара местечек. Как такой расклад? Вполне. Да. Нравится? Да, конечно. И предлагаю ехать на одной машине. Готов быть водителем. Ехать минут 30 максимум. Я за. Тогда быстро все доедаем и вперед. Только мне надо туфли переодеть, а то я ноги натру. Лен, а ты чего не ешь? Не хочется. Обитель построена типичным кораблем.
главные элементы конструкции находятся на одной оси в стиле русского узорочья. Основной объем храма имеет 3 яруса и увенчан 5 лавами. Я смотрю, храм реставрируется, да? Да, и до провинции доходят деньги. Кстати, в нашей часовне находится одна из редких копий иконы Иерусалимской Божьей Матери, написанная евангелистом Лукой. Ого! Вы сейчас сами все увидите, но зайти нужно будет попарно. Сперва вы с женой, а потом вторая пара. Ну что, Вадим, сегодня ты моя пара. Простите, я, кажется, что-то перепутала. Ничего страшного. Пойдемте. Пирожки как в детстве. У нас в школьной столовой такие были. С повидлом. Я их обожала. Наверное, у меня дурной вкус. Ну, а чего же? Я вот, к примеру, тоже такие люблю. И все эти новомодные идеи относительно здорового питания, это же полная ерунда. Ну, жили же раньше люди, а? Ели масло, сметану, чтоб ложка стояла, там, поджарку, пироги, ничего. А тут кто-то решает, что, видите ли, это вредит здоровью. Ну, бред же. Ну, у нас никто не сидит на диете. То есть, как это не сидит? Вон Ленка моя еще как сидит. Да? Ну, не преувеличивай. Я просто стараюсь не есть лишнего. У меня не получается. Ну, муж не замечает, а значит, перенимает меня такой, какая есть. Да, Лик? Вот, Лен, гармония. Ну, я просто считаю, что не надо делать из еды проблему. Как и не страдать от лишнего веса. Тем более, когда его нет, да? Лен, ты же у меня как девочка. Слушайте, отличная экскурсия была, да? Экскурсовод, вся такая увлеченная. Интересно, что здесь еще из достопримечательностей есть? Давайте посмотрим в интернете, что тут есть. А давайте. Вот, тут пишут, есть какая-то река, очень красивая. Река – это интересно. А Вадим как раз любит рыбалку. Да. Вот, пишут. Какие прекрасные рассветы. Нельзя побывать в этих местах и не увидеть рассвет над рекой Боей. Так, а может посмотрим, а? А правда, пойдем в поход? Серьезно? Прям в поход? Да. Можно переночевать в палатках. По поводу рыбалки чего пишут? Рыбалка. А рыбалка здесь невероятная. Отлично, я как раз снаряжение взял. Ты собрался ночевать в палатке? А что, хорошая идея. Ну, вспомни молодость. Надо узнать только, есть ли у них эти палатки напрокат. Ну что, долой комфорт, здравствуй, природа. Олег, ты как насчет рыбалки? Нет, я не по этому делу. Ну, ходил в поход в студенчестве. Ну, ребят, это отличная идея. Возьмем, главное, побольше еды походной. И если будет не очень холодно, можем искупаться, да? Надо взять согревающего. Точно. Вадим, может, зря все это мы затеяли с походом, а? Ты что, сдулась, что ли? А? Все? Городская жительница, а? Вообще-то мы сюда приехали, чтобы побыть вдвоем. А ты мгновенно сколотил компанию. Ну, я ж как лучше хотел. Думал, тебе понравится. К тому же приятный ребят. Просто все в каком-то бешеном ритме, и я не успеваю опомниться. Я думала, я здесь погуляю, почитаю, подышу воздухом. А мы постоянно куда-то едем, идем. Послушай, если тебе что-то не нравится, надо было сразу сказать, что ты молчала. Я даже не успеваю слова вставить. Вы уже все обсудили и приняли решение. С Аней. Ну, давай все отменим. Давай. Можем сослаться на твое самочувствие. Нет, это будет неудобно. Теперь уже все.
Ну, давай ложиться спать. Давай. Завтра в поход. Вот опять ей все не нравится, Лен. Ты щетку положил? А пасту? Да все я положил. Че ты мечешься? Я не мечусь, у меня все в голове. Так, нужно еще положить сгущенку и тушенку. Господи, и правда, как в студенчестве. Ну что ты ноешь? Это ж здорово! Приключения, впечатления новые. Не уверен. Я бы лучше здесь остался, вон с книжкой повалялся. Ни одной страницы не прочитал. Какой ты скучный. Ворчишь, как старый дед. Я не ворчу, меня просто это напрягает. Олег, ну что тебя напрягает? Я, наоборот, стараюсь тебя развлечь. Ребята такие суперские, интересные. Я думала, они тебе симпатичны. Симпатичные. Так, все, я готов. Жду тебя на улице. Так. Моя любимая песня. Меня. Красиво. Я бы, может быть, тебе совсем иначе тихо промолчала. Нет. Позвольте. Так бывает, этот шрам не заживает. Олег? Не против? Знает только космос, сколько лет летят сигналы до твоих планет. Эх, жаль, гитары нет. А ты играешь? Ну, так. Еще как. В компании все девушки его. Ну, Лан, когда это было-то? Всегда. Почему-то меня это не удивляет. Да? Всегда завидовал парням, которые умеют играть на гитаре. Действительно, девушки таких любят. Ревнуешь? Теперь-то что? Кто не ошибался, тот не понял, для чего ему нужно. Полжизни прошло. Только рядом не прижаться бы к тебе, зови меня, зови. Чтобы прокричать на всю галактику, прости, я знаю, не права. Но ты же не видишь, мы же созданы зачем-то для большой любви. Все очень хорошо получается. Встретимся там, на берегу. Мальчик, я не хочу на рассвете прийти посмотреть, как снимается кино. Я за пределами. Давайте устроить экскурсию. Правда? А классно эти Аня с Олегом, да? Повезло нам. Да, повезло. Лен, может... Спи уже, давай. Как в том походе, где мы познакомились. Ты позвал меня на свидание на рассвете. И я пришла. Ленка, как же я соскучился по тебе. Я и представить себе не мог, что так бывает. Увидел тебя и как током ударила. Как же я столько лет-то без тебя? Дураки. Какие же мы были дураки. А сейчас мы кто?
Ты чего? Доброе утро. А почему ты меня Леной называешь? Какой Лен? Вот я тебя хотела спросить, какой? Понятия не имею. Самое, наверное, переобщались с нашими новыми знакомыми. Снились мне всю ночь. Оба. Ну, ты даешь. Какой ты стал впечатлительный. Ну, давай вставать. Будем завтра готовить и купаться пойдем. О, не-не-не, холодно. Давай-давай, вставай, Соня. Все-таки здорово здесь. Не отпуска, мечта прям. Угу. Я тоже пораньше встала. Красотища. А Олег все проспал. Еще и фыркает. Почему я фыркаю? Ничего я не фыркаю. Мне все нравится. Олег, ты просто привык жить в комфорте. А иногда нужно выходить из зоны комфорта, как говорят психологи. Да, здесь правда хорошо. Птица поет, воздух. Слушайте, а давайте пойдем ягоды собирать, а? Что? Ягоды. Да, давайте. Ой, но это без меня. Я лучше на рыбалку. Ну что, туристы, много насобирали, а? Да так. Ясно. Мы тут решили устроить соревнование, кто больше наберет, но вот. Так что лидер пока не выявлен. А я еще ногу натерла, попросила у Олега пластырь. А у меня не оказалось. Ладно, пойду поброжу еще. Давай. Ага. Ладно, я к заводе пошел, а ты сейчас куда? Может, тебе лучше в лагере посидеть? Ага. Ну, ты же хотела ничего не делать. Да, ты прав. Я, наверное, пойду тогда. Проводить? Да нет, не надо. Подожди. Давай. Рассказать, либо прекратить это. Ты сможешь это прекратить? Не знаю. А ты? Нет. Я точно не смогу. Значит, нужно все им рассказать. Я вообще не могу лгать. Мне кажется, это очень заметно. Не понимаю, как люди живут постоянно во лжи. Да. Ты права. Так ты готов? Не готов. Мы вернемся в пансионат и... Ты понимаешь, что обратного пути не будет? Олег? Олег? Олег?
Олег! Олег? Если бы однажды ты вернулся в этот город и нашел меня, я бы, может быть, тебе совсем иначе тихо промолчала. Нет, знаешь, так бывает, этот шрам не заживает, поцелуй огня. Знает только космос, сколько лет летят сигналы до твоих планет. Здесь происходит? Вы с ума сошли? Ань, подожди. Подожди, я постараюсь объяснить. Что объяснить? Ань, мы с Леной... Мы давно знаем друг друга. Как давно? Ты что мне голову морочишь? А ты что молчишь? Это правда. Подожди. Подожди, дай я объясню тебе. Успокойся. Ты сволочь! Успокойся, сволочь, пожалуйста. Сволочь. Тихо, тихо. Успокойся, пожалуйста. Эй, ребят, что случилось? Что за крики тут у вас? Они... Моя жена и мой муж, они... Они любовники. И уже давно. Чего? Вадим, подожди. Ты не так все понял. Мы просто когда-то с Олегом давно встречались. А сейчас? Что сейчас, Лен? Ну-ка, пошли, поговорим. Ань. То, что Аня сказала, это правда? Лен, я не слышу! Чего ж ты наделала, а, Ленка? Слушай, я понимаю, тебе есть на что обижаться на меня. И ты имеешь на это полное право. Но вот это, Ленка, это тебя недостойно. И это ты мне говоришь? Только не надо ерничать. То есть ты считаешь, что так, как я жила раньше с тобой, это все, чего я достойна? Слушай, не надо к словам придираться. В общем, вот этот твой спектакль я сейчас буду расценивать как месть обиженной женщины. Поэтому давай все закончим и забудем. И завтра же уедем домой. Я тебе клянусь, что об этом я больше никогда не вспомню. Все. А я вспомню. Потому что это не месть. Да? А что ж, Леночка, что? Я люблю Олега. Слушай, что ты несешь? Я говорю правду. Доброе утро. Не думаю, что оно доброе. Думаешь, что он во мне нашел?
Я думаю, откуда такие стервы берутся. Ты хочешь поскандалить? Я хочу понять, это интрижка, типа на отдыхе по полной оторваться, или… Или. Это нечестно. Но это правда. Я его люблю. Твоего мужа. Значит так, я постараюсь забыть, что у вас здесь произошло, а ты делаешь так, чтобы я тебя в нашей жизни больше не видел. Разойдемся, и все дело ясно? Я боюсь, что так не получится. Ты, кажется, себе много нафантазировал, Олег. Я понимаю, что тебе очень неприятно все это слышать, но у нас с Леной все серьезно. Да ты что? А у нас только лет с ней несерьезно, да? И дочка – результат случайности, так что ли? Давай мы с Леной об этом поговорим. Олег! Вадим, Вадим, немедленно перестань! Что вы делаете? Олег, хватит! Так вопросы не решаются! Перестаньте сейчас же! Давайте поговорим! Поговорим! Давайте поговорим! Ты права. Нам надо всем успокоиться. Прийти в себя и поговорить. Давайте сядем. Давайте. Черт возьми, вы так и будете молчать? Нет. Не будем. Мы с Леной любим друг друга. Я хочу, чтобы мы были вместе. Так. Вы сейчас серьезно оба, да? Абсолютно. Аня! Ань! Подожди! Ань! Ань, подожди! Аня! Подожди! Аня, подожди! Подожди! Стой, остановись! Ты бросаешь меня, да? Нет. Павлика бросаешь. Подожди. Нас обоих. Подожди. Я понимаю, ты сейчас очень расстроена. Расстроена, Олег. Ты подожди. Так это называешь. Давай поговорим спокойно. Я тебя ненавижу. Ненавижу. Аня. Аня. Далее. Да я виноват перед тобой. И очень сильно виноват. Ну, я тебя прошу, ну давай все забудем, а?
То, что у тебя сейчас произошло, то, что у меня было в прошлом, и я тебе клянусь, Лен, этого больше никогда не повторится. Ты мне веришь? Нет, но это не имеет значения. Лен, ну давай попробуем начать все сначала. Ну, с белого листа. Ну, ты же всегда меня любила, правильно? Правильно, правильно ты говоришь. Любила в прошедшем времени. Лен. Лен. Еще не поздно все исправить, а? Поздно. Я тебя больше не люблю. Лен. И я рада, что это сказала. Мне стало легче. Ань! Ань! Ань, не возвращался? Нет, а что? Убежал куда-то. Боюсь, как бы чего не случилось, не могу ее найти. Так давайте пойдем ее искать. Она в таком состоянии. Да, пойдем. Только по трем направлениям. По трем! Аня! Аня, отзовись! Ань! Аня! Хватит прятаться! Как ребенок! Аня! Вот ты где. Мы уже целый час тебя ищем, Аня. Не хочу. Я не хочу его видеть. Я тебя понимаю. Но ты же не можешь здесь до темноты сидеть, правильно? Давай, успокаивайся. Я уверен, они образумятся, потому что это бред. Полный бред, Ань. Может, у твоей Лены и бред. А Олег так себя никогда не вел. Он мне никогда не изменял, я знаю. А сейчас у него глаза горят. И он вообще не в себе. Ну все, все, перестань, все. Перестань, нам надо с тобой возвращаться. Не пойду. Ань, ну не глупи, а. Слушай, а давай мы им отомстим. В смысле? Мы им изменим. Ну, мы с тобой. Нет, это очень плохая идея, очень. Да, ты прав. Прости. Мозг взрывается. Я просто не могу его потерять, понимаешь? Я его люблю очень. Ну, я тоже Ленку не могу отпустить. У нас он Маришка в самом переходном возрасте. Ну, вот как это вообще возможно? Она просто возьмет и уйдет от меня, так что ли? А ты думаешь, они шутят? Не знаю. Нам что-то вместе надо придумать. Да, ты прав. Вместе. А какой план? Аня! Она обязательно вернется. Здесь очень сложно потеряться, и если будет идти по берегу реки, то обязательно придет. Да. Она просто хочет заставить меня нервничать. У нее получается. Аня! Хотя я ее очень хорошо понимаю. Это больно. Лен. Ты точно уверена? Не мучи меня. Больше всего меня беспокоит дочь. Я понимаю, мне самому из-за сына очень неспокойно. Надо дать им время. И нам тоже. Это непростое решение. Ты права. Идут. У нас все получится. Ань, все в порядке? Да. Вадим меня нашел и успокоил. Так, ну что, будем собираться обратно в пансионат, да? Вадик, а ты поможешь мне вещи собрать? Конечно. Без сомнений, Анечка.
Вадик, а налей, пожалуйста, мне еще вина. Конечно. А здесь вкусно? Тебе нравится? Ой, не то слово. Мне вообще все нравится. Девушка! Да? А принесите мне, пожалуйста, кофе. И мне тоже. Угу. Какое совпадение. Ты тоже пьешь кофе на ночь? Да. На меня не действует. А еще люблю вместо сахара класть мед. Правда? Ты первый человек, который кладет мед в кофе. Ну, кроме меня, конечно. Будьте добры нам меду. Сейчас принесу. А вы что-то будете заказывать? Спасибо. Я сыта. Я с тобой. Зачем они это делают? Если честно, меня это сейчас не сильно беспокоит. Ты ревнуешь? Нет, конечно. Ну, в любом случае, нам это только на руку. Ну да. Ты знаешь, мне кажется, это не бессилие. Давай хотя бы на минуту забудем о них, а? Мы с тобой, мы вместе. Все хорошо. Мы зря все это затеяли, а? По-моему, это право. Что же делать нам, а? Вадим? Я даже не знаю. Тут ни один сценарий не подходит. Хотя есть у меня одна мысль. Это существенно все упрощает. Не упрощает это ничего, Лен! Подождите, подождите, мы решили вас разыграть, чтобы заставить реагировать, но пора заканчивать этот спектакль. Все, это хватит, правда, устраивать этот детский сад, Лен, мы возвращаемся домой. А там все и решим на трезвую голову. Олег, мы тоже едем домой. Стоп, 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 стоп. Это не только ваше решение. Олег, у тебя сын. А у тебя дочь, Лен. А это манипуляция. Манипуляция? Да что ты говоришь? Сядь, пожалуйста. Пожалуйста! Если вы уверены, что не можете друг без друга, удерживать мы вас не будем. Подожди, Ань! Мы взрослые люди, за плечами полжизни. Хотите разрушить все, поддавшись минутному порыву, пожалуйста. Это не порыв. Не порыв, окей! Но тогда надо все хорошо продумать. В конце концов, с детьми надо поговорить, подготовить их как-то к этому. Да. Давайте возьмем паузу. Да. Наверное, это разумно. Лечение. Прошло много лет. Встретились, нахлынула. Любовь, молодость. Но ты не торопись. Уже не один год прожили. Вот так взять все одним махом. Ань, я не хочу это больше обсуждать. Хорошо, не будем. Только, Олег, я тебе одно хочу сказать.
Я тебе обещаю, слышишь? Я тебе обещаю, что теперь все будет по-другому. Ты устала от быта и однообразия, но я тебе клянусь, что я сделаю все, чтобы тебе было хорошо. Я люблю тебя. Ань. Если бы однажды ты вернулся в этот город и нашел меня, я бы, может быть, тебе совсем иначе тихо промолчала. Нет. Знаешь, так бывает. Нет. Этот шрам. Посмотри на меня. Не надо, Вадим. Ну, не готов я тебя потерять, потому что ты мне очень дорога. Ты это уже говорил. Да, я хочу, чтобы ты поняла, я тебя люблю и буду с тебя бороться, Лен. Да поехали уже! Ой, а что случилось? Вы что так рано прикатили? Соскучились, мама. Олег, ну я не знаю, ты мог бы дать Ане побольше отдохнуть. Чего же она тут мечется, как загнанная лань? Ну, выдыхать не успевает. Мам, держи при себе свои комментарии, мы сами разберемся. Что? Мам, иди в свою комнату. Мы хотели пообедать вдвоем. Иду. Иду сейчас. Ты... Вы? Чё, не ждала? Привет. Привет. Вы бы хоть позвонили, предупредили. Меня сейчас девчонки выходят. Ну, значит, отменяй своих девчонок, Марин. Пап! Я сказал, отменяй. А что за бардак у нас опять, а? Так я же не знала, что вы так рано приедете. Я убралась, мам. Вот теперь знаешь, можешь приступать. Нормально вы отдохнули. Че злые-то такие, а? Мы не злые, нормальные. А, понятно, поссорились. Не угадал. Значит так, уберешься, сходишь в магазин. Мать список тебе напишет. Я могу сама сходить в магазин. Я с тобой. А ты давай, глазами не хлопай, приступай. Ты в магазин? Риля? Да, Марин, я в магазин. Что-то странное. Привет. Как ты? Я скучаю по тебе. Мне так плохо без тебя. Черт. Надо было рвать сразу, Лен. Я очень люблю тебя. И я тебя. Ну, знаешь, тут и сказать нечего. Сама выбирала. Думала, честный, надежный. Ну ничего, что звезд неба не хватает, зато порядочный. Вот такой вот он, порядочный. Мам. Ну что, мам? Что, мам? Был многообещающий инженер. А сейчас что? Окна ставит? Он нормально зарабатывает, обеспечивает семью. Знаешь, это когда как. Тут не запланируешь. Потом, что это за профессия такая? Тебе Олег никогда не нравился. Все время его доставало. То есть это я виновата, да? Я?
Знаешь что? Давай так. Завтра ты переезжаешь на дачу. Чего? На дачу, и это не обсуждается. Хорошенькая, 25 лет, школа, студия МХТ. Стандартная. Угу. А вот это как раз в твоем вкусе. Инга, я ж тебе не любовницу еще, правильно? Мне нужна актриса, понимаешь, актриса на вполне определенную роль. Ну вот кого ты мне все время подсовываешь, скажи мне. Ну хорошо, тогда объясни типаж. Простое открытое лицо. Без вот этих вот накачанных губ, со своим носом, понимаешь, со своим. Ты поняла? Ну, поищем. Ну вот поищи, пожалуйста. Хорошо. Да. Вадим Алексеевич, вы обещали мне посмотреть, помните? Да не помню я! И вообще я занят! Инга. Заруби себе на носу, что вот эту вот публику ко мне больше приглашать не надо, ясно? Мы обязательно все решим. Все будет хорошо. Я тебя тоже очень люблю. Я тоже очень соскучилась, Олег. Договорились. Целую, до встречи. Девчонки, я дома. Привет. Папа, что с мамой происходит? Что ты имеешь в виду? У нее кто-то появился? Вы разводитесь? Тут такое дело, Мариш. Ты девочка взрослая, должна понять. Мама встретила другого мужчину и влюбилась. Ну, вернее, ей кажется, что она влюбилась. Чего? И хочет к нему уйти. Но я этого допустить не могу, как ты понимаешь. Пап, ты серьезно? Мама правда хочет уйти от нас? Серьезнее некуда. И мы с тобой не должны допустить этого. Одному мне в этой истории не справиться. Ты можешь мне помочь? Мы ж семья, мы… Семья, да? Семья? А эти твои тетки, это тогда что? Мама же всегда знала и страдала, а ты… Мариш. Ты… Что, Мариш? Ты прав, я взрослая, я тоже все знала. И маму понимаю. Пап, ну что ты наделал, пап? Мариш, послушай, ребенок, я клянусь, этого больше никогда не повторится. Ты веришь мне? Я не хочу вашего развода. Не хочу, мама. Она всегда тебя любила. Это она от злости, наверное. Наверное. Маришка. Поможешь? Доченька, кровиночка моя, мать из дома гонит. Дожили. Господи, из-за мужика. Да был бы хоть толковый. А то так, фу. Мам, там такси подъехало. Давай я тебе помогу сумками. Не надо. Я
обойдусь. Я не могу без тебя больше. Я не могу, мне плохо. Мне тоже. Но мы же обещали взять паузу. Нам надо потерпеть. Немного потерпеть. И ты обещал мне не звонить, если я не дам знать. Вадим же дома. Ну, прости, я не сдержался. Никогда не думал, что чувства просто застывают. Стоило встретиться. Что я жил-то без тебя все это время. Олеж, привет. Привет. А Бронислава Игоревна? Мама? А мама переехала на дачу. А, вот как. Чего это она вдруг? Так решила. Паша. Паш. Паш. Пап, я занят. Ну, оторвись от экрана. Чего? Надо поговорить. Есть о чем? Ты почему на тренировки не ходишь? Влом. Отстойно там. Ну, ты это за два занятия понял? Угу, типа того. Паш, я не закончил разговор. Паш. Ну чё? Так. Вырубил компьютер и послушал отца. Быстро. А чё сразу наезжать-то? А на тебя никто не наезжает. Вот будешь себя так вести и не слушать отца, пойдешь в кадетское училище. Там разучишься хамить. Ну. Да что такого? Что случилось? И телефон отберу, и интернет оплачивать не будем. Лен, Лен, вставай, у Маришки кашель дикий, она задыхается. Скорую, скорую вызывай. Сейчас вызову. Такой приступ аллергии. Сейчас ей легче станет. У нее никогда не было аллергии. Не было? Нет. Теперь есть. Так бывает. Может быть, это психосоматика. У вас в семье все нормально? У девочки стресс. Может быть, в школе что-то случилось? Ясно. Покажите ее аллергологу, заодно и к психологу отведите. Пока все. Хорошо, мы все сделаем. Пойдемте, я вас провожу. Будьте здоровы. Мам, только ты не уходи, пожалуйста. Побудь со мной еще. Конечно, я никуда не уйду. Я с тобой. Ты понимаешь, что тебе уже пора думать о своем будущем? Мам, не грузи. Не хами мне! Я еще не начинал. Слушай, ты совсем берегов не видишь? Обалдел? Что случилось? Что за крик? Вот, хамит. Извинись немедленно. Это ты берегов не видишь. Успокоительного попей. Достали оба. Ну что, как самочувствие? Физически лучше. Отлично. Завтра пойдешь в школу. Наверное, соскучилась по девчонкам. А после уроков можете сходить в кафе, например, посидеть. Договорились?
Ну что ты, Мариш, ну-ка соберись. Все будет хорошо. Паш, ну так нельзя. Ну ты совсем ни с кем не разговариваешь. Ни со мной, ни с матерью. Учебу запустил, как в школе говорят. И чего? Ничего. Я просто хочу тебя понять. А я тебя? Ты что, считаешь, я идиот? Нет, не идиот. Но ты должен понимать, что это твоя жизнь, твоя ответственность. Ответственность? Это ты мне про нее говоришь? Паш. Не делай вид, что ничего не понимаешь. Это ты во всем виноват. Мать как с цепи сорвалась. А знаешь, из-за чего все? Из-за того, что ты себе нашел какую-то бабу. Еще и про ответственность он меня втирает тут. А твоя где? Все, Лен, заканчивай работать. Конец смены. Это в честь чего? Это просто так. А еще я приглашаю тебя в ресторан. Столик уже забронирован. Вадим, я не хочу никуда идти. Мне еще нужен эскиз, и я… Лен, успеешь ты со своим эскизом? Ну, правда. Давай, давай, собирайся и пошли. Вадим, я не пойду. Лен. Алло, да, Мариша? Привет, мама. Да. У меня плохие новости. Что случилось? Тебя в школу вызывают. Ну, давай, скажи, скажи. Оля, расскажи, что произошло. У нее спросите. Вы знаете, меня очень беспокоит поведение Марины в последнее время. Учителя жалуются, она хамит, истерит, потом плачет. Да. У нее очень сложный период. Это я понимаю. Переходный возраст. Но он у всех. А Марина, она подралась с одноклассницей. Потом в классе устроила истерику. Может быть, стоит показать ее психологу? Да. Да, вы правы. Все против нас. Боже мой, это какой-то заколдованный круг получается. Я не могу сейчас бросить Маринку, понимаешь? Не могу. Да я понимаю, понимаю, Лен. Пашка тоже бунтует. Приходит, запирается в комнате. Вообще не выходит, не хочет разговаривать. Он, правда, и с Аней не общается. Я не представляю, как мы с этим справимся. Мы справимся, Лен. Мы справимся. Ты у меня, оказывается, крутая актриса. Может, тебе в театральное рвануть, а? Еще какие предложения будут? Не, я вполне серьезно. Так убедительно, даже я поверю. Папа, мне не сложно. Для меня это все взаправду. Я не хочу, чтобы мама уходила. Ну, это понятно. Только я это делаю не для тебя, а для себя. И еще, если я узнаю, что ты опять там с какой-нибудь… Мариш, я тебе поклялся. Знаешь, что я понял? Я очень люблю твою маму. Мы семья. Иди ко мне. Thank you.
Все, мы закончили на сегодня. Мариночка, ты можешь пока подождать в коридоре, а я поговорю с мамой. Проходите, пожалуйста. Проходите. Ну, что мне вам сказать? Ребенок сложный, плюс сильнейший стресс. Самой ей не справиться. Вы скажите, что нужно сделать, и я все сделаю. Скажите, а что у вас происходит в семье? Вы подумайте, если что-то не так, постарайтесь это не демонстрировать при ребенке, даже если это непросто. И больше внимания уделяйте девочке. Она в нем нуждается. Привет. Привет. Я тут в салон сходила. Как тебе? Очень красивое. И платье очень красивое. А еще я ужин приготовила. Все, как ты любишь. Ань, ну, в честь чего это? Просто ужин, ничего более. Пашка где? А Паша у мамы. На все выходные. Ань, не надо. Ты устал, да? Устал? Ань, не в этом дело. Ну... Голодный. Я тебя сейчас накормлю. Ань, ну ты же прекрасно все понимаешь. Ну к чему все эти игры, а? Я пытаюсь, Олег. Пытаюсь. Аня, не мучай меня и себя не изводи. Я люблю Лену. Прости меня. Я тебе духи купил, твои любимые. Спасибо, Вадим. Лен, я очень скучаю. Я не буду с тобой спать. Я люблю другого человека. Я тебе кофе не сделала. Давай сделаю. Спасибо, не надо. Да мне не сложно. Я сказал, не надо. Маринка почему в школу не пошла? Она себя неважно чувствует. Температура поднялась. Большая? Да нет, небольшая. На ощупь 37. Может, потому что в школе контрольная. Ну, ты бы градусник дала. Я дала. Слушай, ну, если к вечеру поднимется, надо кому-то с ней остаться? Я не могу. Лен, я тоже не могу. У меня через час встреча приедет продюсер, инвестор. Не, я, конечно, могу всех кинуть, но проект встанет для меня точно. А я могу взять отгул. Я просто метнусь туда-сюда и быстро вернусь. А позвонить не проще? Мне нужно кое-что сделать. Я быстро.
тебя выходной сегодня? Нет, просто решила дома поработать. А. Паш, я могу тебя подбросить, мне сегодня по пути. А ты разве не на работу? Нет, там с заказчиком встреча. А ты завтракать не будешь? Я тут оладьи напекла и варенье клубничное, как ты любишь. Ну, супер. Нет, я бегу уже, прости. Паш, не жди меня, я сам. Так, а это что за новости? Это случайно, ерунда. Ань, ты бы расспросила Пашку про синяки-то, а? Ну, знаешь, так, деликатно. Тебе все-таки проще с ним. Он передо мной мужика включает. Места себе не нахожу. Чувствую себя преступницей какой-то. Да, мне тоже паршиво. А тут еще Пашка. А что Пашка? Да я толком не знаю. Смотрю сегодня, у него такой синяк на спине. Начинаю спрашивать, Юлит. Ну вот и что нам теперь делать? Взять и разбежаться? Понятное дело, что не сможем. Не сможем. А дети? Им и так тяжело. Подростки. Сложный возраст. Самобичеванием тут точно не поможешь. Значит, надо объяснить им все как есть. Ну, а как объяснить? Что? Что мы их любим. Что мы никуда от них не денемся. Просто мы не можем друг без друга, мы должны быть вместе. Лена, ты же сама прекрасно понимаешь, что рано или поздно с детьми поговорить придется. Они, видимо, уже все знают, значит, пришло время и Пашке с Мариной объяснить, что это серьезное решение. Сколько лет летят сигналы до твоих планет? Да. Температура. Ну, вечерком я еще подниму ее малость для профилактики. Подожди, ты ее сбила, что ли? Пап, ну какую сбила, а? Ну, правда, ты что, не знаешь, как температуру имитировать? Детский сад. Так это что, импровизация была? Подожди, а как же сопли, глаза слезящиеся? А это, папочка, канцелярский клей. Между прочим, надежное и проверенное средство. Чего не сделаешь ради благого дела?
Ты видел вообще, как мама повелась? Ну, ты даешь. Точно, настоящая актриса. Пап, я тебя очень люблю. У нас все будет хорошо. Обязательно, Мариша. Все, пап, мама пришла. Давай, целую тебя. Заяц, ты спишь? Не, мам. Голова так раскалывается. Я уже выпила таблетку, но ничего не помогает. А я тебе малинку купила. Будешь? Спасибо. Но я ничего не хочу. Ольга Владимировна. Ань, здравствуй. Я посмотрела твой отчет наконец-то. Это вообще никуда не годится. Потому что там ошибка на ошибке. Простите. Я тебя не узнаю. Что с тобой? Я... Ты вообще здорова? Я... Просто у меня семья рассыпается. Муж хочет уйти, и я ни о чем не могу думать. Значит так. Доделай отчет и возьми пару выходных. Работа – это не главное, а вот семья… В общем, ты борись, и тут любые средства хороши. Поняла меня? Поняла. Ты зачем приехал? Я тут тебе продукты привезла. А мне не надо, я обойдусь. Мам, прости меня, пожалуйста, я... Пойми, мне сейчас очень тяжело. Мне без тебя не справиться. Мам. Ну ты что? Ну иди ко мне. Ну все, 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 все. Пожалуйста, ну, только не плачь. Ладно? Не будешь? Не буду. Ну вот и хорошо. Все, все, пойдем. Пойдем. Ну, рассказывай, что случилось. Ничего. Сейчас что-нибудь. Вот образцы креплений, которые мне понравились на выставке. Обратите внимание на качество. По цене нам обещали хорошую скидку сделать. Алло. Побили? Олег, прости. Мария Сергеевна спешила и не могла тебя дождаться. А Пашка где? Что она сказала? А Паша на уроках, он будет попозже. А она сама толком не знает, что у них. Дурная компания, постоянно его задирают, а теперь стали бить. За что хоть? Непонятно. То ли зависти, то ли девочка. Ну, а Мария Сергеевна, она не видит, что у нее с детьми происходит? Ну, Олег, ты же знаешь, как это бывает. Нам надо с тобой вместе подумать, как нам лучше сейчас с ним, чем мы можем ему помочь. Олег, я очень переживаю. Да, конечно. Давай подумаем. Мариш, ты как? Такое. Я тут тебе бульончика куриного принесла. Может, поешь? Не, мам, тошнит прям сразу. Ну, а чего тебе хочется?
Ничего. Не хочу ни есть, ни пить, ни видеть никого, ни в школу ходить. Меня никто не любит и не понимает. Ну как же, ну мы же с папой тебя любим. Ну да, вы с папой. Я посплю, мам. Ладно, если что, зови меня, хорошо? Алло. Да, Вадик. Нет, не очень. Слушай, я тут подумала. Мне кажется, надо подождать, пока Павлик сам все не расскажет. Не будем на него давить. А если он сам не расскажет? Ну, ему может быть тяжело, унизительно, как будто он ябеда. Он же мальчишка, тем более подросток. Поставь себя на его место. Привет. Ого. Глаз-то целый? Нормально. В смысле? Нормально, ну. Баранки гну, что за привычка-то, нукать? Олег. Ну что, ты прикажешь мне все это терпеть? Подожди немного. Чего ждать, Ань? Ну, ему и так. Пусть он сам. Нам что, реанимации дожидаться? Подождем до утра. Он немного успокоится. Наконец-то. Я тут уже с ума схожу. Как Маринка? Еле заснула. Целый день вокруг нее крутилась. Она такая странная. Она смотрит как будто бы сквозь меня, как будто бы меня нет. Ну, правильно. Она же чувствует, что ты мыслями уже не с нами. Она в каком-то смысле мать теряет, Лен. Зачем ты так? А как еще? А тебе не кажется? А мне ничего не кажется. Я же тоже вижу, что ты готова все бросить ради своей воскресшей любви. Лен, скажи честно, тебе плевать на нас? Ты не прав. Вот себя ты можешь убеждать в чем угодно. А ты думаешь, мне не больно? Ты думаешь, я не страдаю? Честно? Не знаю. Ань, я проспал. Сморгань что-нибудь быстренько. Мама уехала к бабушке. Рано, часов в 6. А что случилось? Точно не знаю. Ей вроде плохо стало. Мама сказала тебе записку передать. Ну, прочитай. У мамы приступ. Я поехала к ней. Как встанешь, звони. Паш. Чего? На мою долю тоже сделать что-нибудь, ладно? Овсянку будешь? Куда я денусь?
Да, что там у вас? Все плохо. Похоже на прединфарктное, надо забирать ее к нам. Врачи говорят, нельзя ее оставлять ни на минуту. Ну, а ее перевозить-то можно в таком состоянии? Ей сейчас укол сделали, и пока он действует, надо срочно перевести. Так что, Олег, ты поторопись, пожалуйста. Да, хорошо. Сейчас на работу только отзвонить, что... По дороге отзвонишься, Олег. А, ну... Да, все жду. Мам! Мам! Давай, давай! Уходить! Да, да! Вадим! Доброе утро. Ну, как ты сегодня, моя хорошая? Марин, поешь чего-нибудь. Мам, давай, аккуратно. Ну, потихонечку, мам. Я не могу. Не могу. Давай, плавненько. Не ну, надо. Мам. Не трогай меня, ну оставь меня. Что, сильно голова кружится, да, мам? Оставь меня. А, сейчас, мам, подожди. Так, так, здесь нет. Сейчас приду. Олег, я понимаю, сейчас всем нелегко, но я разрываюсь, и дом на мне, и готовка. Теперь и мама, Павлик. Ты мог бы, по возможности, хоть немного помочь? Конечно. Конечно. Ты только говори, что делать. Спасибо. Прости, я что-то совсем расклеилась. Но это пройдет, пройдет. Да. Прости, мне нужно ответить. Как же я рад тебя слышать. Как ты там? Я тоже рада тебя слышать. А все остальное не очень. Даже рассказывать не хочется. Да, у меня тоже. Все наперекосяк. Мне сейчас уйти просто преступление. Мы же тещу к себе опять перевезли. Что случилось? Да плохо стало. Скорая. Она заболела? Давление запредельное. Боимся одну оставлять. А у тебя что? А у меня Маринка. Уткнулась носом в стенку и плачет постоянно. Все из рук валится. Может быть, немного повременим? Подождем, пока все рассосется. Да. Теперь-то мы друг от друга никуда не денемся. Теперь мы уже не потеряемся. Мариша, надо подкрепиться. Я принесла тебе бутербродики и сок свежевыжатый, чисто символически. Не хочу ничего. Родная, не спорь. Тебе сразу станет легче. Мам, ты серьезно думаешь, что мне станет легче от бутербродиков с соком? Ну зачем ты так? Мы же с папой просто хотим тебя поддержать. Поддержка? Это ведь рядом, мама! Что случилось? Родная, сейчас. Алло, скорая! Ребенок задыхается. Да-да-да. Да, все поняла. Угу. Спасибо. Угу. Ань, я чем-то могу помочь? Может, в аптеку? А, нет, да тут такое дело с Павликом. Вызвали в школу, психолог только что звонила. Ну, так давай... Нет-нет-нет, я сама схожу и обо всем поговорю. А, ну ладно, смотри, как знаешь. Я могу? Нет, я пойду...
А ты посидишь с мамой? Можешь? Это недолго. Да, конечно. Спасибо. Можно? Ой, спасибо тебе, Олежек. А ты не работаешь сегодня или выходной? Почти. Аня сейчас вернется, и я поеду. Ты присядь, а? Можешь поближе чуть-чуть, а то тяжело говорить. Олежек. Ты уж Анечку-то не бросай, а. Она такая добрая, нежная, ранимая. Она не перенесет. Олежек, мне ж немного осталось. Я уж скоро отмучусь. Ну что вы такое говорите-то, а? Зачем? Ну, приболели, подумаешь. С кем не бывает. Вас быстро на ноги поставим. Еще бегать будете на лыжах. Ты не болтай, Олежек. Меня и держит здесь, знаешь, только то, что вы с Аней так вот. Ты знаешь, вот я уйду, на кого я ее оставлю, если ты бросишь семью? Павлик совсем от рук отбился. Олежек, Олежек, поклянись мне, что не бросишь ее. Она не переживет, она сломается. Ну, какие клетки? Ну, что это за фантазии? Олег, любовь ведь она... Олег сегодня есть, завтра нет. А жена, она одна. Обещай мне, что не бросишь ее. Обещаю. Ой, спасибо. Спасибо тебе, родной. Ой. Ну вот, видишь, как я быстро, как мама. Как психолог. Знаешь, я оказалась права. Советуют вообще его не трогать, не говорить с ним на эти темы, не спрашивать, откуда синяки, кто бил. Ну, действительно, он же парень и не хочет казаться слабаком. Говорит, что лучше дождаться, когда он все расскажет сам. А для этого нужно как можно больше времени проводить с ним вместе. Как с ним больше времени-то проводить, а? Мы его не видим практически. Он домой приходит, как в гостиницу, поспать, поесть. Ну, прояви инициативу, поиграй с ним в футбол. Она говорит, что он должен расслабиться и почувствовать, что он может нам снова доверять. Ты должен быть с ним рядом, Олег. Ты мне предлагаешь оставить работу и начать играть в футбол? Не передергивай. Просто нужно время ребенку уделять. Он твой сын. Дело в том, что так называемая паническая атака, которая случилась у вашей дочери, это совсем не паническая атака, это нечто иное. Здравствуйте. Это... Привет. То есть... Лен, ты иди к Марине, а я пообщаюсь и провожу. Да зря вы так волнуетесь. Да не-не-не, никто не волнуется, что вы. Доктор, спасибо вам огромное, спасибо. Девочка абсолютно здорова. Просто она истерит и манипулирует вами, а вы ведетесь. Знаете, мы сами разберемся. Спасибо вам большое. Ну, если сами, тогда незачем было вообще вызывать. Вокруг полно настоящих больных. Не за что. До свидания.
Ну и где он? Привет. О, Паш! Паша! Чего? Слушай, у меня тут технический перерыв организовался. Дня на два, на три, может, даже больше. А тут как раз погода установилась. Я подумал, может, мы съездим куда-нибудь? Ну, на озера какие-нибудь, знаешь, или просто по лесу побродить. Палатки возьмем, там, спальники. Что ты скажешь по этому поводу? А школа? Придумаем что-нибудь. Справку с варганем, в конце концов. Не, не могу. У меня экзамены, я не нагоню потом просто. Ага. Может, в бассейн тогда? Я тут хотел сходить, да скучно, а с тобой вроде как компания. Там зал хороший, можно в баскетбол поиграть. Ну, в бассейн можно, если только вечером, после 9. Как скажешь, они вообще там чуть ли не круглосуточно работают. Ну, хорошо, я тогда скажу тебе, когда вечером буду свободен. Угу, угу. Угу. Врач со скорой сказал, надо обследоваться у хорошего аллерголога. Мне уже контакты обещали. А может быть, дело не в аллергии? Врачи говорят разное, я даже уже не знаю, кому верить. Может быть, ей просто не хватает нашего внимания? А может, не стоило доводить ее до такого состояния, Лен? То есть ты считаешь, что это я виновата? Ты был идеальным мужем, лучшим отцом. Отлично! Да, ты права, виноват и Ома. Ты знаешь, о чем я думаю? О чем? Чем отвлечь тебя от накопившихся проблем? И чем же? Ты же любишь свою работу. Поможешь мне с моим новым фильмом? Новый фильм? Серьезно? Да. Неожиданно появилась возможность снять ту историю, о которой я мечтал. Правда, денег дают мало. Ну, так что, подключишься? Ну, это очень неожиданно. Ты же давно носишься с этой идеей. Очень давно. Ну, так что? Давай. Рассказывай. Смотри, общую кону ты помнишь, да? Помню, приблизительно. Так вот, история начинается в 90-х. Живут на разных. Он это. Олег, можешь выйти? Мне нужно срочно сделать укол маме. Поспит часа три. Ты на работу? Ну, я могу сейчас вообще не ходить, без меня справиться. Пойдем-ка мы с тобой погуляем в парк, как раньше. Тебе надо выдохнуть. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Нам всем сейчас полезно свежим воздухом подышать. А как же мама? Пашка последит. Ты же сама сказала, она поспит пока. Пойдем. Паша. Чего? Ведь мы семья, и все проблемы должны решать вместе. Скажи, что с тобой происходит? Ты ведь нам доверяешь? Доверяю. Но мы же видим, как тебе плохо. Если ты с нами поделишься, то, может быть, мы что-то сможем сделать? Вместе найдем выход. Мне в классе объявили бойкот. Как? За что? Это все девчонки наши, и из-за одного пацана. А я его вообще не люблю. Мы просто с ним за одной партой сидим, а Сережа из параллельного, он с Алкой встречается. Алка, конечно, дура, но красивая. И... Сережа. Он со мной вообще разговаривать не хочет. Подожди, так... Это из-за бойкота или из-за того, что Сережа с тобой не разговаривает? Из-за всего, мам! Ой, родная. Мы так тебя любим, Маришка. Я вообще больше в людей не верю. Все предатели.
Даже Катька, пап, она теперь тоже за них. А Сережа? Мам, вот чем она лучше, а? Она ничем не лучше. Вообще в людей перестала верить. Вот только в вас верю. Вы столько лет любите друг друга и никогда не разведетесь, правда ведь? Вы же меня не бросите. Да ты с ума, что ли, сошла? Ну, как мы можем тебя бросить? Я люблю вас. Спасибо тебе. Я уже и забыла, что такое просто гулять. А мне сейчас это очень нужно. Да, без твоей поддержки я не справлюсь. Да я все понимаю. Это же наши общие проблемы. Мы должны их вместе решать. Мы же родные люди. Да, Олег, еще я хотела сказать, несмотря на то, что мы спим вместе, ну, я имею в виду в одной постели, ты же понимаешь, что я ни на что не претендую. Я и сама не знаю, смогу ли я после всего. Ну, я хочу сказать, что для меня важнее человеческие отношения между нами. Поддержка, доверие. Мне тоже это очень важно. Я очень рад, что мы можем вот так легко обо всем говорить. Ты очень мудрая. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Ты мой настоящий друг. Всегда. Знаешь, этот фильм про нас. Любая сцена здесь – это история нашей с тобой жизни. Помнишь, когда Маришка только родилась, как мы все это придумали? Как должно быть красиво, как в сказке. Да, это мы в первый раз на море уже с Маришкой. Ага, она же тогда песок ела. Да. А это на даче? Да, у бабушки. Она тогда арбузом вымазалась вся с ног до головы. Слушай, она была вся в арбузе. Боже мой, еле отмыли. Да, слушай, как здорово все было. Как будто бы вчера. А я все забыла. Мы с тобой столько лет вместе прожили. И неплохо ведь? Неплохо. Слушай, я же не виновата, что так все получилось. Ну да. Я понимаю. Лен, мы же с тобой родные люди. Ну скажи, зачем тебе это? Маришке плохо, она страдает. Но если тебя не будет, ну как я фильм сниму? Без тебя я просто не справлюсь. Вадим. Ой, как же мне хочется, чтобы это был всего лишь навсего страшный сон, но… Я тебя только об одном прошу, не уходи сразу. Ну, побудь с нами еще. Ну, а дальше? Дальше как Бог велит. Выкарабкаюсь. Может, еще женюсь. Найду себе какую-нибудь молодую хохотушку. Ну, а что? А? Ну, куда я денусь? Мы же с тобой на всю жизнь связаны. Ты всегда можешь на меня рассчитывать.
Да. Ничего не вышло. Спим мы вместе в одной постели, но он все равно думает о ней. Но подожди, не все сразу. Ты веб-камеру развесила? Да, все, как ты сказал. А в машине? Да, правда, с помехами, но работает. Ну и отлично. А сейчас надо набраться терпения и подождать. Пока последим. Нам с тобой надо попытаться пресекать все их попытки встреч и разговоров. Самое главное – разорвать связь, которая между ними появилась. Пока хотя бы механически. Но со своей стороны поддерживать хорошие дружеские отношения. Не ругаться, не обижаться, не предъявлять претензий. А наоборот, крепить дружбу и взаимопонимание, ясно? Я так и делаю. Ну, молодец. А не бойся, все будет хорошо. Давай, пока. Пока. Смотри, Вадим, у меня уже даже появилась идея. Я уже сделала первый эскиз. Как тебе? Красиво. Даже очень красиво. Лен, ложись спать. Я же вижу, как ты устал. Давай, давай, ложись. А я еще поработаю немного. Прости. Я не специально. Я не знаю, как это получилось. Привычка. Все-таки 15 лет вместе. Выработался какой-то условный рефлекс. Ну да. Не переживай, все нормально. Мам, посмотри. Что случилось? Это Сережа уже с другой девочкой. Садись. Я... Так, и кто тебе прислал это? Подружка бывшая. Посмотри, что там внизу написано. Что? Так это же садизм. А твоя классная вообще в курсе, что у вас такая травля в школе происходит? Да и вообще на всех плевать, кроме себя. Главное, чтобы оценки плохие не получали. Мне всегда казалось, что она нормальная женщина, тактичная. Конечно, она тебе при родителях изобразит любовь и заботу. Слушай, а давай перейдем с тобой в другую школу. Начнешь все с чистого листа? Нет, ни за что. Почему? Это решит все твои проблемы. Мы этих девчонок в черный список добавим. Поменяем номер телефона. Нет, мам, тогда они поймут, что они победили. Я им такого подарка делать не собираюсь. Но их же там целая банда. Ну и пусть, мам. Мне сейчас самое главное, чтобы ты была со мной. Ты мне сейчас нужна как никогда, мам. Мне надо их победить. Ну, конечно, я буду с тобой. Ну, конечно, я буду с тобой всегда. Паш. Чё? А чё такое? В смысле? Прости, ничего, иди. Ты видела? Такой только битый можно сделать. Олег, ты забыл? Психолог категорически не рекомендовала расспрашивать его о побоях. Только поддерживать и хвалить, чтобы лишний раз не травмировать ребенка. Он травмирован уже так, что я не понимаю, как он ходит. Может, у него ребра все сломаны? За что мне его хвалить-то? Олег, закрыли тему. Только поддерживать и хвалить. Все, я в магазин. Добрый день! А я как раз хотела с вами поговорить. Как там у Марины дела?
Вы в курсе, что у вас в классе происходит? О чем вы? Ваши девочки, одноклассницы Марины, устроили ей настоящую травлю. Какую травлю? Ничего не понимаю. А что случилось? Как что? Они присылают ей фото на телефон. Подождите, подождите. Марина, она любимица класса. Да, у нее были проблемы с поведением, но сейчас все нормально. Какая травля? Не понимаю. Марина была влюблена в мальчика, который предпочел другую девочку. И теперь ваши девицы присылают Марине фотографии этого мальчика с другой девочкой. Нет, если бы такое произошло, я непременно была бы в курсе. У них нет от меня секретов. Света, Катя, девочки, подойдите к нам, пожалуйста. Я лично видела это фото и издевательскую надпись под ним. Мария Ивановна, что-то случилось? Вы давно переписывались с Мариной? Да, постоянно переписываемся. А Сережа? Он что, бросил Марину ради другой? Да нет, он по ней вон сутками сохнет. Скоро высохнет. Ну вот. Покажите, пожалуйста, переписку. Ладно. Чего так просто? Я не знаю, что случилось. Вот, ничего такого. Обычная переписка. Вот это фото. Вот, смотрите. Так это Витя. Он ухаживал за Маринкой, но когда она его прокатила в 10-й раз, он решил замутить с Надькой из параллельного класса. И теперь ходит и рассказывает всем, какая у него вдруг огромная любовь. Ну, мы это все понимаем. Бред какой-то. Да не переживайте. У подростков разное бывает. Не принимайте близко к сердцу. До свидания. До свидания. Извините. Всего хорошего. Паш, давай я тебя подброшу. Ты ж вроде на работу опаздывал. Нормально, я успею. Давай. Ну ладно. Про бассейн ты не забыл? Ага. Еще ласты с маской купить осталось. Ну, это на море хорошо. А в бассейне-то на что смотреть? На чужие пятки? Чё-то мне кажется, что море-то мы уже не скоро увидим. Почему? Вот у меня скоро отпуск, и рванем. Прямо вот на этой машине рванем. Ну, только ее надо подремонтировать, довести до ума, так сказать. Ага, и резину еще пора менять. Ну вот, соображаешь. Ну что, может, уже поедем? Паш, кто тебя бьет? Меня? Никто. Ну как никто? Как никто? А синяк на полспины, а бровь разбитая. Мы с матерью какую-то дуру психолога слушаем. Психику твою бережем. А если тебе в следующий раз почки отобьют? Я тебе так скажу. Этих чертей, которые тебя прессуют, я просто в клочья порву. Нет, ты не волнуйся. Все будет по-мужски и строго между нами. Все по-честному. Я тебе обещаю. Вот. Пап, ты что? Да ничего. В клочья порву. Вот... Если бы ты хотя бы немного интересовался, то ты мог бы узнать, что я уже как 2 месяца хожу на паркур. Куда? Ну, паркур. По стенкам лазать пока что. Летом в горы поедем. Так сказать, почки целые, и с друзьями все супер. А чё ж ты молчал? Я не знаю, ты как бы и не спрашивал. Мог бы у матери спросить, она в курсе была. Паркур, значит. Ага. Тренировки. И мама в курсе. Интересное кино. А это уши развесило. На ушах-то лапша. Ну ладно, я пойду, наверное, чтобы ты там не опоздал. Лен! Ты, честно говоря, перепугал меня своим звонком. Я даже на работу не поехал. Марина, слава богу, поела. Уходила, была веселой. Но лучше ее одну не оставлять, как ты понимаешь. Вадим, я в растерянности. В школе говорят, что Марину все очень любят. То есть никакой травли нет. Наоборот, ее все очень поддерживают. То есть это получается, что она нам врет?
Не. Просто она борется за твое внимание, которого ей явно не хватает. Вот и все. Я уже не понимаю, а где эта грань? Между враньем и желанием получить внимание. Послушай, ну прояви мудрость, понимание. Ну ты же взрослая женщина. А Маринка, она всего лишь маленькая девочка, которая запуталась. То, что придумывает наша маленькая девочка, даже в дурном сне не приснится. Давай пока это опустим, тут другие проблемы поджимают. Какие проблемы? Ну ты мне обещал помочь с фильмом. Аванс должны были тебе перечислить. И начинаем работу в авральном режиме. Ну, съемки надо срочно начинать, а времени на подготовку у нас... Короче, у нас вообще нет времени. А что делать? Ну, напряжемся, сидим ночами. Зато, Лен, потом новая жизнь. М? Я тебя умоляю, помоги, а? Ну, без тебя я никак. Хорошо, я же обещала. Да. Договорились? Договорились. Пока. Пока. Я так понимаю, похороны отменяются? И строгая диета, все протертое тоже. Но у нас отличный класс. Кайф, ребят, концерт будет супер. Я так по вам всем соскучилась. Ничего, скоро увидимся. Мне немножко продержаться осталось. Да? Все, давайте. Всех люблю, всех целую. Пока. Сейчас проверим. Инга. Алло, здравствуйте. Это Инга, ассистентка Вадима? Да. Это Лена, его жена. Я бы хотела узнать, а когда начинаются съемки? Съемки? Я не поняла, какие съемки? Ну, Вадим сказал, что он сейчас запускает проект и попросил меня помочь по постановочной части. Я бы хотела узнать, сколько у меня есть времени на подготовку. Аванс мне уже перечислили. Аванс? Странно, у нас никаких съемок в ближайшее время не предвидится. Вадим надеется получить сериал на одном из каналов? Но пока никто ничего конкретного ему не обещает. Спасибо, я поняла. Мам, я вам верила, а вы мне врали. Мам, мы это сделали, потому что мы тебя любим. И папа... Насилие и вранье – это не любовь. Это насилие и вранье. Я больше никогда не смогу вам доверять. Черт! Аня, он ушел. Понимаешь? Господи, я все испортила. Стыд-то какой. Он вещи с собой брал? Нет. Не знаю. Просто вот хлопнул дверь и ушел. Что делать? Она все поняла, пап. Развернулась и ушла. Марин, не волнуйся. И не надо кричать на меня. Я что-нибудь придумаю. Марин, все будет хорошо. Если бы однажды ты вернулся в этот город и нашел меня, я бы, может быть, тебе совсем иначе тихо промолчала. Нет. Знаешь, так бывает, этот шрам не заживает, поцелуй огня. Знает только космос, сколько лет летят сигналы до твоих планет. Отпустить и сказать, что хочешь.
Не могу поверить, что ты со мной. И я. А чья это квартира? Мамина. Цвет смерти так и стоит пустая. Ждала, пока мы в ней поселимся. Я так счастлива. Но нам так много нужно всего решить. Не думай сейчас об этом. Все устроится. И нужно же еще с детьми как-то поговорить. Не могу поверить, что они устроили такое за нашей спиной. Угу. Ведь в конце концов они нам и помогли. Это точно. Вот тут я даже с тобой спорить не буду. Бессмысленно спорить со счастливым человеком. И потом, о чем со мной спорить? Я же тебя люблю. Надо бороться, Аль. Надо придумать план и все вернуть на место. Мам, я даже вставать не хочу. Какие планы? Да зачем он нам такой нужен? Наплевать и забыть. Но ты за языком-то следи. А что? Мама себе на раз-два найдет другого. И без вот этих всяких там финтов. Сама виновата. За вранье надо платить. Ну ты же не врала. Ну а как же весь этот спектакль с твоей болезнью? Ну это же я придумала. Значит, это мой грех, а не твой. Нет, мам, я же согласилась. Набрала, а теперь расхлебываю. Все по заслугам. Ну не надо. Врать ты не врала. А вот то, что сама виновата, это правда. Ну как, ну надо же было получше за мужем следить. Ну что же это такое-то? Ну, надо как-то было, я не знаю, там, работой загрузить. И потом, что же у него было столько времени, что он стал налево смотреть? Ты ничего не понимаешь. Точно! Мама же во всем виновата. Это же она отцу другую привела, да? Ну, ты-то куда? Ну, помолчи, а. Я на тебя в 40 лет посмотрю. Угу. Знаешь, мужики, они все готовы налево смотреть. Не все. И не всегда. Ну, хорошо. Посмотрим, посмотрим. А тебе я вот что скажу. Ты полежи и давай придумывать план. Ань, надо возвращать мужа. Марин, музыку потише сделай, а! Голова раскалывается. И почему ты не в школе-то? Я почему не в школе? Да. Так я ж болею, пап. Ты что, забыл? Непонятно чем, правда? Я задолбалась дома сидеть. Все, без толку. План-то наш провалился, папочка, да? А знаешь, что я реально думаю? Что? Что другая уже давным-давно бы ушла. Ты пьешь, изменяешь, ночуешь непонятно где. Ни денег от тебя, ни заботы, понятно? Пап, чего ты ждал вообще, а? Выходит, что ничего, Марин. А я старалась. Я думала, что у нас все будет хорошо, пап. Не тебе надо было стараться, Марин. А мне. Только гораздо раньше. Все кончено. Все. Отвечай. Слушай, я только посмотрю. Нас нет. Марина, я сейчас. Привет, Марина. Привет, мам. Ты где? А что? Просто спрашиваю. Папа волнуется. Слушай, мам, что бы он раньше не делал, ты его предаешь. Слушай, давай не будем сейчас об этом. А, ты с этим, да? Понятно. Не буду вам мешать. Что случилось?
Что она сказала? Это будет очень непросто. Дети не терпят разводов. Лен, не переживай. Маринка взрослая уже. И потом она тебя любит. Она все поймет. Не уверена. Просто поверь мне. Все наладится со временем. Хватит? Да. Пап, ты молодец. Угу. Но нам надо маму возвращать. Есть идеи? Я уже не знаю, что придумать. Ну, главное не опускать руки. Нам надо за нее бороться. Мы же семья, в конце концов. А там любовь. Неизвестно, что круче. Это ненадолго. Мама с тобой всю жизнь прожила. Слушай, ну что ты предлагаешь? Просто ждать? Мне кажется, надо с женой Олега посоветоваться. А как вас представить? Вадим. Нет, Аня нездорова. Ничего страшного, я врач. Какой врач? Самый лучший. Здесь? Да. Привет. Зачем ты пришел? Я никого не хочу видеть. Вам не сложно будет чайку заварить? А мы пока побеседуем. Спасибо. Ты меня, конечно, прости за непрошенный визит, но обстоятельства сама понимаешь, какие. Времени у нас с тобой нет. Ань, или мы немедленно с тобой начинаем действовать, или мы рискуем потерять все. Спасибо, я уже. Я тебя очень прошу, подумай. Вадим, уйди, пожалуйста. Я ничего не хочу. Ань. Уйди, или я закричу. Ладно. Ты знаешь, я абсолютно уверен. Вместе мы с тобой можем еще все исправить. Давай в себя приходи, я буду ждать звонка. Я тебя очень прошу, подумай хорошо. Мое фирменное блюдо. Шоколад. Да, Маринка обожает. Может, целый торт съесть сразу. Ты настоящий шоколад? Да. Да. Прости, но у меня аллергия на шоколад. Я вообще как-то торт не очень. Ты серьезно? Ну, да. Ты не расстраивайся. Ну, пожалуйста, не расстраивайся. Пойдем, я отведу тебя в мое самое любимое место. Пойдем. Ну, пойдем. Я там такой пир приготовила. Знаешь, давай сделаем вид, что у нас такое праздничное настроение. Может, оно и правда станет получше, а? Пойдем. Пойдем. Пойдем, моя хорошая. Пойдем, моя маленькая. Пойдем, пойдем. Ну, вот. Будем веселиться. Пусть будет хоть что-нибудь приятное, даже если никакого праздника сегодня нет. Да, праздника сегодня никакого нет, а завтра? Завтра годовщина свадьбы с Олегом. 15 лет. Да я же не поэтому. Я вообще забыла. Да я понимаю. Ой.
Олег! А я смотрю, ты, не ты. Не пойму, то ли Аня волосы постригла. Ой. Здравствуйте. Простите. Привет. Познакомьтесь, это Николай, мой давний приятель. Очень приятно. Это Лена. Коль, мы с Аней расстались. Вот как? Прости, да. Не знал. Только ты, пожалуйста, никому не говори пока, ладно? Мы развод еще не оформили, это для нее не очень просто. Мы потом скажем сами, ладно? Олеж, да не вопрос, я же понимаю. Mm-hmm. Приятно гулять. Спасибо. Лен, ну прости, дурацкая ситуация. Нормально. Ну просто никто же не знает пока. Да все нормально. Вежливый такой, Николай. Mm. Но не все такие. Мы еще с тобой наслушаемся. Здорово, именинник. О, Вадим! Здорово! Привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Вот подарок от нас, Лен. Спасибо. Заждались. А Ленка, ты где? Где жену потерял? Кстати, а где она? Приболела. Всем привет от нее. Ой, как жаль. А мы ее так ждали. Ладно, давай садись. Штрафную. Черт. А чего мрачный такой? Поругались, что ли? Да так. Ну что, танцуем? Мелочи. Ну, давай. Какие еще мелочи? Колись. Миша. Ну ладно, давай, давай, давай. Говори. Ну. Плохо у нас все, Зленка. Прям совсем плохо. Ладно. Ну, поругались, бывает. Сейчас я вас помирю. Слушай, я не шучу, Миша. Влади. А ты совсем сдурел? Ты такую женщину, как Лена, никогда больше не найдешь. Быстро бросай своих баб и бегом к жене. Падай в ножки, понял? Да нет у меня никаких баб. И бежать я готов хоть босиком себе. Ушла она от меня. Как ушла? Ну как уходит, Мишань? Это... Вообще... Так, ну надо что-то делать. Все, закрыли тему, ладно? Потом поговорим. Слушай, пойду я, а то и девиз пройдет. Постой, ну, погоди, погоди, погоди. Ну давай я как-то помогу. Я сам, спасибо. Разум давай. И что теперь с ним делать? Не выбрасывать же? Ну отнеси Маринке, ты же говорила, она любит. Нам сейчас не до тортов. Хотя бы разговаривать нужно начать. А что, Павлик? Он за мать. Ничего ему не объяснишь. Это понятно, злится на меня. Нужно попытаться. Да.
Алла Вадим, привет. Прости, я тогда не могла говорить. В общем, я согласна. Я готова бороться. Знаешь, я думаю, надо напомнить им, как это быть семьей. Ну, найти повод, чтобы собрать их всех вместе. М? А мне нравятся твои мысли. Маринка недавно Олимпиаду выиграла. Ну, чем не повод для детского праздника? Детского? Вашей Маринке 15 лет. Ну, ладно, не детского, юношеского. Да, можно. А я устрою годовщину свадьбы. Неплохо. Пора им возвращаться в семьи. Твой кофе? Ага. Лена, да? А поесть ничего нет? Слушай, я как-то не подумала. Мы просто обычно поздно завтракаем, а по утрам только кофе. Но я могу тебе что-нибудь приготовить. Да не надо, не надо. Сейчас. Надо. Не надо. Я что-нибудь по дороге перехвачу. До вечера. Пока. Привет, Паш. Ну, здравствуй. Паш. Паш, есть разговор. У меня урок через 10 минут начинается. Ну, не обязательно прямо сейчас. Ты во сколько заканчиваешь? После школы у меня тренировка. Давай так. Ты после тренировки мне позвонишь, я подъеду. Паш, надо поговорить. Обязательно. Хорошо. Ну, тогда я сам к тебе приду. Давай так. Договорились. На связи. Вот, пожалуйста. До свидания. Поставка будет завтра. Дело на мази. Молодцы. Всегда так. Да. Хотел бы напомнить по поводу отпуска. Вы говорили, что с супругой попозже отдыхать поедете. Может, я тогда сейчас смотаюсь? Меня Васильев прикроет, я с ним договорился. Да и работы сейчас не так много. Давай с понедельника. Да? Все. Да, спасибо. Спасибо. Я бы тоже сейчас куда-нибудь мотанулся, честно говоря. Да, понимаю. Мы с женой каждую годовщину свадьбы куда-нибудь выбираемся. Годовщина – это такое наше время. У вас-то вообще 15 лет? Дорогой Олег Николаевич, весь наш дружный коллектив поздравляет вас и вашу супругу Анну, отчество не знаю, с этой прекрасной датой, 15 лет совместной жизни. А вот и подарок, чтобы пить с женой до конца жизни сладкое вино любви. Да. А это лично вашей супруге. Так, ну, поздравляем! Поздравляем! Ну что, мне очень нравится. Красивая, сказочная декорация. Тебе как? Устроили какой-то детский утренник. Лучше бы я с друзьями в боулинг пошла. Маришка, мы сейчас с тобой великое дело делаем. Ты матери позвонил, кстати? Я не могу, пап. А ты через «не могу», Мариш.
Ладно. Да прогнусь я, прогнусь. Не дави на меня. Столько лет прожить вместе и такое устроить. С ума сойти. О, Пашка. У нас с мамой годовщина 15 лет. Я в курсе. Я сотрудникам ничего не сказал. Вот. И что это? Проходи, садись. И что теперь? Мама там принимает звонки от всех друзей. Все поздравляют счастливую, крепкую семью. Она сначала смеется, а потом плачет одна. Паша, все это не так просто. Да все тут просто. Одна надоела, нашел другую. Паш, ну я же не мальчик какой-нибудь, плейбой, который девочек меняет ради спортивного интереса. Все это гораздо серьезнее. Я очень привязан к твоей маме. Я даже сам не понимал, насколько я к ней привязан, пока мы не расстались. Так вернись, она простит. Я хочу, чтобы ты знал, что бы ни было, я тебя люблю. Ты всегда будешь для меня на первом месте. Ты всегда будешь для меня самым важным. Мама ведь для тебя тоже была сначала самой важной, любимой. А вот раз и все. Ты мне это хотел сказать? Да. Я хотел, чтобы ты это понял. Отлично. Я это понял. Марина, привет. Мам, я тут первое место на Олимпиаде по математике заняла. Мы собираемся это отметить. Ты приедешь? Первое место? Поздравляю. Конечно, нужно отметить. Привет, Ань. Тут такая история. У нас вроде как годовщина с тобой. Вот, и я по этому случаю, ну, в связи с юбилеем, кольцо купил. Давно уже. В смысле, заранее. И оно у меня вот на работе здесь лежало. Хотел сделать тебе сюрприз. Да, сюрприз удался. Слушай, только прости, у меня тут дым коромыслом. Мечусь, как ошпаренная. Придут же поздравлять, никто ничего не знает. Вот, готовлюсь встретить, как полагается. Подожди, как? Ну, я придумаю что-нибудь, скажу, что у тебя аппендицит или командировка. Пока не знаю, ну, придумай что-нибудь. Прости, сейчас неудобно говорить. Было бы хорошо, если бы ты смог прийти. Но я все понимаю, Олеж. Все, пока-пока. Ничего себе! Это вы сами приготовили целый стол еды? Ну, честно признаться, не все. Ну вот, фруктовую нарезку сделали сами. Ой, да. Слушай, красиво! Нравится? Да. Все-таки канапе лучше разложить по тарелкам, так будет интересней. Угу. Так, сейчас. А принеси скатерть. Помнишь, кремовая такая, на второй полочке лежит. Сейчас.
Мам, оставь, пожалуйста, я тебя не для этого сюда позвала. Тебе придут гости, пусть все будет красиво. Мам, мне сейчас не это важно. Сядь. Ты просто сейчас уйдешь, а для меня это правда очень важно. Короче. Мам, ты в семью возвращаться собираешься? Марина. Папа изменился. Ему очень жаль, что он вел себя как... Я в курсе, как вел себя папа. Но, пожалуйста, не лезь в наши отношения, мы сами разберемся. Мам, ну вообще-то я тоже лицо как бы заинтересованное. Мне эти ваши страсти тоже боком выходят. Бывают же какие-то кризисы в семьях, и они их разрешают, и потом живут дальше, и все хорошо. Я, кстати, согласен. Нет. Я так не могу. И как раз по размеру. Смотри, красиво. Слушай, а может ты останешься? Скоро гости придут. Ну, ненадолго. Да, конечно. Заодно помогу стол накрыть. Олег! Очень вкусно. Впрочем, как всегда. О, Лен, привет! Привет, Миш. А я как раз Маринку иду поздравлять. Ты уже уходишь? Ну, получается так. Слушай, я хотел позвонить. Знаю, что вы с Вадимом. Да. Бывает. Ладно, Миш, я пойду. Лен, извини, я понимаю, что не мое дело, но все-таки... Миш. Ну, ясно, что ты обижена, но он же тебя любит. Да куда он от вас с Маринкой денется? Да никуда и никогда. Зато я могу теперь куда-то деться. А ну-ка, погоди. Присядь. Те, кто прожили вместе 15 лет, уже переплелись ветвями, корнями. Вот теперь-то начнется настоящая любовь, а не эти влюбленности. Уже все общее, все одно. Дети, друзья, родственники. А сколько прожито и пережито? Да, пережито многое. Помнишь, как вы с Вадимом меня из запоя выводили? Я ж теперь вообще не пью. А почему? Потому что ты 10 лет назад засовестила меня, отвела к наркологу. Да, я помню. Твоя второго рожала и все говорила, не бросит пить, убью. Не бросит пить, убью. А как мы вместе детей в садик водили? Помнишь? Да. Наташа к нам часто приходила, ждала, когда вы с работы вернетесь. Ей у вас с Вадимом было лучше, чем дома. Мы даже обижались, ревновали. Ты, Вадим, Маринка, вы ж светились от счастья. И все в нашей компании вам завидовали. Потому что видели, как вы любили друг друга. Все. Прекрати. Перестань. Да, мы любили друг друга. Но все прошло. Ничего не прошло, Лен. И то, что ты сейчас плачешь, как раз об этом говорит. Ладно. Извини. Вот, Павлик, слышал, какие тосты сегодня говорили твоей маме, а? Красавица, умница, готовит, это же пальчики оближешь. И тебя воспитывает. Носится с тобой целыми днями. Ой, Ань, тост. Ты мое лучшее достижение в этой жизни. Мам. Дочка ваша действительно настоящее сокровище. Да. Просто королева. Да. Ага, но я поеду к другой, да, папа? Павлик. Ну-ка, пойдем отсюда. Давай. Алиш, да спасибо, дорогой.
Мы сами дальше справимся. Я не устала совсем. Ты езжай. Я тебя провожу. Давай. Хорошо. Все, что про тебя сегодня говорили, это все правда. А, я ж тебе деньги хотел дать, ты говорил, тебе до зарплаты. Нет, 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 не надо, все само собой разрешилось. Но... меня ж повысили, и у меня теперь зарплата будет в 2 раза больше. Правда, и работы в 2 раза больше, но мне сейчас это необходимо, ну, чтобы отвлечься от всего. Я тебе позвоню, если что. Да, да. И ты мне звони. Мало ли, я всегда готова помочь. Угу. Ты что домой не идешь? Да мне холостяку спешить некуда. Вот сижу, думаю, а вас, Анька. Все-таки здорово, что у вас все наладилось. Да ничего у нас не наладилось. Как же так? Да. Долго объяснить. Мы с Аней разводимся. Знаешь что? Ты идиот. Ты разрушаешь жизнь, о которой мечтают все. Коль. Привет. Привет. Я уже начала волноваться. Почему так поздно? Я приготовила сациви, как ты просил. Да пришлось задержаться на работе. Я там перекусил, так что ужинать не хочу. А почему не позвонил, не предупредил? Да как-то закрутился. День суматошный сегодня. Все как-то наперекосяк. Да лучше чая попьем. Угу. Так. А это что такое? Лен. Что-то не помню, чтобы я разрешал тебе все тут переделывать. Это зачем? Ну, я не думала, что мне нужно спрашивать у тебя разрешение. Я хотела сделать сюрприз. Мне кажется, так уютнее. Мы же с тобой тут жить собрались. Лен, это квартира моей мамы. Я после ее смерти ничего здесь не менял. То есть ты хочешь вернуть все как есть? Устроить тут музей? Сейчас. Вернем все на свои места. Да нет, нет. Просто я привык к этой квартире такой, какой она была при маме. Я даже еще не думал, какой ремонт здесь сделать. А ты взяла и переделала все на свой вкус. Так же нельзя. Надо сначала хотя бы посоветоваться. Я, например, терпеть не могу такие шторы. Ну так шторы можно поменять, это не проблема. Я просто объясняю, почему я расстроился. А я просто хотела сделать приятное. Неужели непонятно? Понятно. Все. Забыли. Привет. Как у вас прошло все? Слушай, так здорово получилось. Действительно, нужно было устроить праздник. Алекс сидел до последнего, и мне даже показалось, не хотел уходить.
Но такой женщины, как ты, я бы тоже никуда не дернулся. Только вот жалко, не могу с тобой роман закрутить. Потому что безнадежно люблю свою жену. Только виноват я перед ней очень сильно. И как искупить свою вину, ума не приложу. Да, я тоже виновата. Совсем себя не ценила, полностью растворялась в муже. А кому нужна женщина, которая не женщина, а тень? Так что нам с тобой есть что в себе поправить. Ну да. Ладно. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Что случилось? Знаешь, мне кажется, что мы с тобой хотим запрыгнуть в поезд, который уже давным-давно ушел. Я рада, что мы с тобой это друг другу сказали. Ну, по крайней мере, это честно. Да. Кто не ошибался, тот не понял, как нечаянно убить совра. Мне бы только рядом, мне прижаться бы к тебе, зови меня, зови. Чтобы прокричать на всю галактику, я знаю, я не прав. Как же ты не видишь, мы же созданы зачем-то для большой любви. Мам, ты? Что случилось? Смотри, какая красота, да? Я вообще-то решила помочь вам по хозяйству, потому что вы здесь, наверное, без уборки сидите, только на одних бутербродах. Какие чудеса. Это ты сделала? Инга приходила, наготовила, прибралась и ушла. Какая еще Инга? Это что, его ассистентка? Не переживай, мам. Инга, конечно, папа обхаживает. Ты же у нас теперь отсутствуешь. Но папа все равно только тебя любит. Даже с твоей подушкой спит в обнимку, прикинь. Значит, она уже здесь и хозяйничает. Ну да, пол моет там, гладит. Что еще? Мам, я тебе уже сказала, папа спит только с твоей подушкой. Чай будешь? Инга шоколадный торт испекла, под тебя косит. Вот чай со смородинкой заварила. М? Чай буду. Отлично. Держи. Готовлю я все-таки лучше. О, Олежка. Здравствуйте, Бронислава Игоревна. Зачем пришел? Да мне свитер один нужен и костюм. Ничего? Конечно. Проходи.
Что-то ты выглядишь как-то, Олежка, не очень. Извини. Просто раньше одет был прям с иголочки, а сейчас как богема какая-то, рубашка мятая, несвежая. А, это, наверное, мода такая, да? Угу. Вообще какой-то потерянный. И Анька тоже. Эх, развалили семью. Не-не-не-не, все, молчу-молчу. Молчу. Вам виднее. Бронислава Игоревна, я хотел еще Ане вот оставить. Не-не-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Это ты забирай. Нам деньги не нужны. Анька отлично зарабатывает. Ну, все-таки возьмите. Нет, не надо. Ты глава семьи. Если мы в чем-то и нуждаемся, так это в тебе. А вот это деньги, рубашки. Это все ерунда. Ой, Олег, прости. Я тебе на завтра рубашку не погладила. Да ничего, я сам. Тем более у меня это все равно лучше получается. Не хочу тебя загружать. Хорошо, как хочешь. У меня будет больше времени. А ты спать не собираешься? Нет, надо эскиз доделать для нового спектакля. Поэтому ты ложись, а я еще поработаю. Ну, поздно уже. Какая работа? И потом можно завтра пораньше встать, как все нормальные люди. Значит, я ненормальная. Как знаешь. Привет. Как вы там? Как там Инга? Старается? Мои тапочки и халат еще не носит? А я просто позвонил узнать, как дела, и все. Ну, вообще... Я скучаю. Ревную? Тебя к этой курице? Нет. Ну, вообще-то ревную. Лена спит еще? Лена спит. А я на работу собираюсь. Я ненадолго. Олег, я за Леной приехал. Ты можешь спокойно отправляться на работу, а мы тут по-быстрому вещи соберем, и я увезу ее домой. А ключи я потом тебе на работу заброшу. Ты спятил? Может, и спятил. Но пора нам по домам разъезжаться. По своим домам, Олег. Ну, езжай к себе домой. Езжай. Мы тут сами разберемся. Олег, подожди. Я не сплю. Я не спала всю ночь. Я думала о нас. И я приняла решение. Нам надо расстаться. Ты ведь и сам об этом думал, правда? Лен!
Прости меня. Мне не за что тебя прощать. Это я перед тобой виноват. Мне ведь тоже показалось. Возвращенная молодость. Ты все равно для меня останешься очень близким человеком. А ты для меня. Спасибо тебе за все, что было. Если бы однажды ты вернулся в этот город и нашел меня, я бы, может быть, тебе совсем иначе тихо промолчала. Нет. Знаешь, так бывает, этот шрам не заживает, поцелуй огня. Только космос, сколько лет летят сигналы до твоих планет. Далеко, за пределами тел, так легко отпустить и сказать, что хотел. Ты сможешь меня простить? Я в 100 раз больше виноват, но о чем ты? Мне бы только рядом, мне прижаться бы к тебе, зови меня, зови. Это наша последняя поездка в пансионат была слишком долгой. Я знаю, не права. Как же ты не видишь, мы же созданы зачем-то для большой любви. Да. Тот не понял, как нечаянно убить совра. Можно мне вернуться? Мне бы только рядом, мне прижаться бы к тебе, зови меня, зови. Конечно. Чтобы прокричать на всю галактику, я знаю, я не прав. Как же ты не видишь, мы же созданы зачем-то для большой любви.